Каждое муниципальное образование старается ежегодно поддерживать состояние дорог в своих населенных пунктах. Но на большие ремонты средств, как правило, не хватает. В этом году из районного бюджета выделена очень солидная сумма – порядка 110 миллионов рублей. Эти деньги распределили по тем сельсоветам, которые заблаговременно подготовили проекты на ремонт своих дорог. Степной сельсовет в их числе. Дорога по улице Совхозной в Степном давно удручала местных жителей. Состояние плохое, но отремонтировать не могли. В собственность сельсовета она не была оформлена. Все бумажные процедуры заняли не один год. Были юридические моменты, связанные с границами участков. Теперь все это в прошлом. Право собственности получено, проект есть, ремонт начат. Совхозную отсыплют щебнем, так же, как и объездной переулок в поселке Березовка. Его жители давно просили привести дорогу в порядок. А на улице Первомайской кладут асфальт. Здесь проходит школьный маршрут. Выбоины останутся в прошлом. Водителям не придется больше маневрировать по проезжей части. Участками положили асфальт и на улице Почтовой. В этом году, конечно, денежных средств гораздо больше выделены на содержание внутрипоселковых дорог, на проведение каких-то работ по ремонтам. С поддержкой главы Искитимского района Юрия Владимировича Саблина и депутатов Искитимского района. Спасибо всем огромное. Местным жителям такие перемены по душе. Хотели бы привести в порядок дороги и на других улицах, но все упирается в деньги. При их наличии администрация Степного сельсовета готова продолжать ремонты. В планах на будущий год работа в деревне Бородавкино и участок на въезде в поселок Октябрьский. Были обращения граждан. Если сельсовету средства выделят, то за ремонтом дело не станет.